Всем большой привет, дорогие друзья, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Сегодня неожиданно для себя, и я думаю тоже для вас, вопреки моим планам игровым, я решил залетсплеить, скажем так, в слепом виде одну очень интересную игру под названием Brothers, The Tale of Two Sons, история двух сыновей. Вот, ну, как вы можете догадаться, Brothers переводится как «братья». Вот, игру очень нахваливают, говорят, одна из самых атмосферных игрушек вообще вышла в этом году. Не знаю, я пока только попробовал вообще настройки там. Ну, кстати, прикольно, мне понравилось, как она вообще играет. Сейчас будем все смотреть. Она коротенькая, я думаю, мы ее пройдем быстро. Ну, не сегодня, но за пару-тройку дней тут пробежим. Вот. Что хочется, кстати, еще сказать. Я не знаю, по-моему, это инди-проект независимых, по-моему, разработчиков. Но могу я ошибаться. Что-то там вот сейчас были эти самые, как его, на титрах вступительных какие-то компании. А значит, не знаю, может быть, это издательство. Пока не изучал я эти самые Википедию, не смотрел ничего по этой игре. Вот, но судя по тому, как она звучит, уже мне музыка, уже просто одна музыка здесь доставляет. Сейчас я сделаю ее немножечко погромче. Вот, надеюсь, вам не будут мешать щелчки моей клавиатуры. Так, ну, видео настройках здесь только гамму можно, обучение не буду. Так, что можно... Давайте начнем новую игру. Повторюсь, я просто пробежался, посмотрел, какая она по картинке. Кстати, язык хоть это русский, но они на каком-то непонятном языке тут все разговаривают, поэтому я даже... Ну, тут контекст общий понятен. Будем смотреть. В общем, понеслась. Какой-то пацанчик грустит над могилкой. Девочка, что ли, мама его? Да, на маму похож, тяжелая. Жалко так. Уже. Прям как Ди Каприо утопает. В фильме «Титаник». Графически, кстати, игра не такая уж прям технологичная. Вот, но... Судя по вообще... красоте местности... Пардон, меня и сабмитят, как всегда, традиционно. Опа, душок вышел. Наи? Да. Да? Опа. Ата, Наи! Ата! Типа, помоги, помоги. Я не понимаю, это может быть какой-то настоящий язык. Какой-то там... скандинавский или, может... славянский, славянский какой-то, словакский. Хрен его, я не знаю, ребятки. Поправьте меня в комментариях, может, кто-то знает. Судя по строению деревянному, какую-то, знаете, христианскую напоминает общину православную даже. Так, большой брат, маленький брат. Space Control. Так, давайте. Для взаимодействия удержите Space и Control. Так, вот, чтобы быстрее идти, надо и вторым братом. Если одним, кстати, идти, о, как интересно, смотрите, какая фишка геймплейная. Он медленно идет, а вот эти второго подключать, они быстрее. Не сказал бы я... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, стоп. У меня все разжалось. Камера немножечко гуляет, и приходится менять направление стрелками.
Так, а если мы отпустим... Блин, одному брату тяжело нести. Круто. В общем, вся игра... Я какой-то смотрел какие-то оценки пресса, там какой-то на стоп-гейме ревью. Она еще, по-моему, когда только на консолях была. В общем, горячо обсуждалась именно геймплейная составляющая этой игры. Так. Ну, давайте мелким подойдем. Так, мелкий не может. Слушайте, круто, вообще так интересно. Изометрия, и она... Так, стоп. Ну и на что нажать? А, пробел же. О, братан, короче, старший посильнее. Я вообще, конечно, надеюсь, что здесь не будет игра подводить очень часто. Так, чуть ты один-то пошел. Ничего, мне одному таскать? Не. Так, вот мы куда-то тут. К какому-то лифту. Давайте большим бортаном попробуем залезть. А, вообще ими двумя, наверное, надо сейчас здесь будет, нет? Так, во. В принципе, все просто, но немножечко непривычная такая система управления. Так. Пацаненок. Веревку сбрасываем. Отлично. Залазим маленьким братом. Так вот, постоянно, знаете, менять вот... Разбегаются просто глаза. Вот. Так, стоп. Блин, не понимаю, вот. Видите, одного вроде подводишь, и вторым машинально, второго машинально отводишь. Так, в общем, теперь мы что? Батюшки. Как ты можешь, можно помочь? Быстрее это крутить, а то не до утра тут это будет делать. Блин, стой, стой! Не, к сожалению, нельзя никак-то ускорить их. Так, а вот это печально на самом деле. Я, конечно, понимаю, что тяжело. Не настолько же. И вот стрелками никак не подкрутить направление рычагов. Ну, ладно, будем ждать. Чё, делать больше нечего. Можно попробовать. Шифтом, кстати, камера вертится. Так. Блин, зачем ж так долго-то? Я, может, что-то, правда, не понимаю пока что. Камера подъезжает. Все же момент конечной точки подъема, в общем. И камера прям поменялась. А если мы ее попробуем? Да. Не широкий спектр вращения камеры. Немножечко всего лишь ракурс меняется. Ну, слушай, так красиво вообще. Знаете, что-то мне Диабло напоминает. По изометрии. Ну, это, наверное, и чисто из-за этого такого 3D-изометрического вида. Водичка такая красивая. Осень, смотрите, прям, да, вот, видно. Цветочки так всякие растут. Приятная картинка. Вот, ну, видно, что не технологичная, такая рисованная графика. Блин, что ж так долго-то еще, смотрите, под конец. Вот надо... Прям издевательство какое-то, если честно. Может, я, правда, что-то повторюсь, неправильно делаю? Но если подобными вещами долгими и муторными заниматься, всю игру предстоит. Так. Так, оттащишь его один.
Оттащит. Блин. Правда, реально какие-то новые ощущения испытываешь от... Чё-то чего я думаю. А это, наверное, отец их, может, нет? Я не пойму, кто это такой. Судя по тому, что он рыжеволосый. Хотя не, что по волосам-то мерить? Красиво, как, смотри, деревенька такая. Какой-то у вас оркский язык, Властелин колец. Музыка, конечно, плюс 100-500 к атмосферности. Все равно никто не поймет, что они говорят, поэтому я думаю... Короче, нам надо сходить туда, горами, да, долами, да, судя по этой карте. И... Что-то найти, дерево какое-то, да? Держи. Так, папик. Папик заболел. Да, видите, ему плохо. Наверное, тоже бухает. Да шучу я. Всякие дурацкие мысли иногда лезут. Слушайте, так классно вообще, ребятки, такая милая игра. Так прям на все хочется обращать внимание. Такие два пацаненка, так красиво нарисовано. Прям я умиляюсь. Так, ты кто такой? А люлей? Так, ясно. Не дает, короче, пройти. Давайте. Ух, прикольно, смотрите, как приходится обходить. Пацаненок боится, что ли, мелкий, да, воды, после того, как мама утонула. Забавно. Так, этот, блин, сейчас намочит же этот, как его... Так, маленький брат, правый контур. Намочил же этот, как его... Так, а нам... Так, ну, судя по всему, там же камера поворачивается, надо сюда плыть. Пергамент свой намочил. Так, давай, выбирайся. Так, этот он говнюк уже побежал. Опа. Прикольно так. Так, наверное, я так понимаю, на эти надо, да, забираться. Так, тут перепрыгивают автоматически. Упс. Так, давай отползай. Но, признаться, не очень удобно. Все-таки очень разбегаются, правда, глаза. И можно как-то на какой-то момент затупить с управлением просто, да? Фу, круто. Но это новое слово в геймплее. Я не знаю, я не припомню. Так, удерживайте, чтобы вращать камеру. Ну, это понятно. Так. Может, к этому дядьке можно подойти? Здорово. Усач. Красиво, как смотрите. О, потрясающе просто. Картинка обалденная. Так, ну и чё? Просто, что ли? Куда нам дальше-то? О, стоп. Залезли. Так, ты тоже можешь залезть, отлично. Какие-то тут кувшинчики. Это, наверное, типа подсказка, что ли, была, что нам надо сюда? Так, ну, подходи. Полезли. Слушай, так интересно. Слушайте, я, кстати, не знаю. Здесь сейвы, автосейвы только есть.
Так, старший брат первый идет. Так классно, вообще обалденно. Опа. Там главное не свалиться в пропасть какую-нибудь. Хе-хе-хе, засранец мелкий. Так, ну очевидно, нам надо как-то, может... О, смотрите, мелкий пробирается сквозь. Собака, смотрите, какая барабака. Щенка выпустил, смотрите, собачонка побежал за ним. Так вообще прикольно. Ребятки. Так, вот второй братан тут уже. Че, щемишься? Смотрите, как прикольно. А старший что может сделать? Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь. Так, что здесь у нас? Какой-то дядька сидит. Но нам, очевидно, сюда надо. Слушайте, я могу что-то пропускать, ребята. Я тоже, честно говоря, не очень знаю, с чем тут вообще можно взаимодействовать, с чем нельзя. Давайте подойдем. Здорово. Котенок, смотрите, какой. Ладно, держи. Прикольно. А мелко. Мелкому тоже надо подержать. Смотрите, на мелком хорошо, здесь спокойненько сидит. Киска. Коте. Ладно. Пошли дальше. Так, камера вращается. Здорово, дядька. В кепке в такой забавной. Чё он тут сидит? Не, никак. А если мы мелкому? Прикольно. Давай! Сейчас как по мозгам съездит. Так, ну ладно, тоже вроде. А, во, видите? Смотрите, как интересно. А если я вот, погоди. Сейчас. Тут просто был такой интересный момент. Братан, иди сюда тоже. Посмотреть. Что здесь можно сделать. Знаете, как красиво. Просто хочется смотреть на все это великолепие. Вы посмотрите. Потрясающе просто. Посидим на дорожку. Даже как-то выходить отсюда неохота. Блин, я так хотел в таком крае жить. Вы посмотрите, как здесь просто, а. Выход на море. Такой вид потрясающий. Водопадик. Людишки такие снуют тут мелкие всякие. Смотрите, цветочки. Просто рай на земле. Вот он. Ну что, побежали дальше. Потрясающе просто. Слушайте, прикольно, да? Пройдем игру, ребятки, обязательно пройдем. Я думал спроще первый взгляд сделать на нее. Но и мне прям интересно даже, чем это все кончится. И я надеюсь, что вы со мной вместе любуетесь красотами. Так, а ты тут можешь? Все колодцы обхаркал. Бу-бу. Так. Просто реально хочется подходить к каждому объекту и взаимодействовать. Привет, тетка. Смотрите, как... Тише. Так, а второй, если бы брат... Диана? Второй подметает. Второй по-взрослому уже все делает, видите? Мелкий пошалить любит. Че ты тут подметаешь-то? Это как пустыню мести. Пылесосить. Здорово, бабуська. Подсказывает дорогу. Хорошо.
А мелкий? Все такие добрые. Кроме мелкого того засранца, который нам палкой путь преграждал. Но он просто люлей давно не получил. О, баскетбол. Здорово. Сейчас мы попробуем. Ой. Лови. Прикольно вообще, смотрите. Давай. Чё ты не добрасываешь-то? Ой, Вася. Он, наверное, не может. Ладно, давай мелкое отдадим. Пускай кидает дальше. Так интересно, слушайте. Так, вот можно было срезать эту дорожку, но мы хочется просто посмотреть. Потрясающе. Люблю такие вот дорожные всякие приключения. Особенно, когда так атмосферно еще это все выглядит. Вы посмотрите. Просто потрясающе. Ребятки, я... Давайте еще. Я теперь всех колодцев обхаркал. Так, а это просто смотрит. Короче, ничего, кроме харкания, нельзя сделать. Давайте пинка ему дадим. Заверещал. Ух ты, как бабочки какие красивые. Потрясающе просто, да? Поджопник дал деду. А этот что? Она, а? Да-да, я. Так, с этим ничего особенного. Тук-тук-тук. Кто там? Так, выломай дверь. Да я шучу, он вряд ли выломает. Ладно, походу, дед здесь один живет, домочадцев у него нету. Опа. Потрясающе. Давайте вот сюда еще заглянем, смотрите. Что нам этот может хорошего рассказать. Здорово. Арфист какой-то, смотрите. Класс. Хе-хей, здорово. Так, спасибо, сэр. А вот этот, братанок. Это кривопопый. Ну, наступил. Наступил ему этот, как его, слон на ухо, да? Слуха нету, играть не умеет. Смотрите, можно обойти. В общем, тут еще даже, видите, разветвляет альтернативный этот. Что на мосту. На мосте, на мосту. Посмотреть можно на красивую речку. Здорово, алкалоид. Дай хлебнуть. Фу, какая гадость. Кудзабулдыга местный. Блин, второй братан, ты что-то мешаешься. Шергает. Видел? Быдло. Слушай, это все равно забавно, да? Таких всяких... О, смотрите, белочка. Блин, потрясающая просто картинка. Вы посмотрите. Белку поймать можно, интересно? Сюда. Курь-курь-курь-курь-курь-куру. Так, стоп. Что-нибудь хочется здесь. Смотрите, какие бабочки летают. Просто потрясающе. Ребята, я просто кайфую. Так. Вот она, белка, 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 белка. Ну иди сюда. Не. С белкой ничего сделать нельзя. Опа. И что делать? Как-то ее отвлекать, что ли, надо? А, надо, видите. Пока, братан, один, эть. Второй сюда. Слушайте, классно. Так. Главное, чтобы она не сожрала. Это засранка какая хитрая. Ать.
такая псина вцепится. Ну, сколько там у нее, блин? 10 тысяч атмосфер. Ай! Ядрен батан. Блин, что, он назад теперь? Сейчас мы с этой стороны. Бегай, бегай. Так. И сюда. Давай быстрее, быстрее. Хопа. Дворняга чертова. Хопа. Слушайте, ну вот такие прикольные моментики, я так думаю, все на протяжении всей игры будут, да? Где вот надо как-то взаимодействовать друг с другом. Препятствия такие преодолевать. И это очень круто. Это не то, чтобы прям новое слово, но это интересно просто, во всяком случае. Мало того, что на это смотрите, забавно очень. Так, ну ты тоже залази как бы. Ну, только единственное, что немножко напрягает, они какие-то медленные. В некоторых моментах. Но ничего страшного. Так, вот, можно вниз спуститься. Давайте вниз спустимся. Посмотрим, что здесь есть. А ничего нету. А этот мальчик, наверное, боится, не? Может, тут... О, смотрите, рыбки. Прикольно так. Классно вообще. Просто интересно разглядывать все, ходить, смотреть вот на всяких, смотрите, рыбешки плавают. Мир такой живой вообще. Потрясающе просто проработали. Ребята, я просто в шоке. Я думаю, у этих ребят надо будет поучиться еще. Делать атмосферные проекты. Так, старший братан сейчас будет его закидывать. Хопа. Мелкий сбрасывает веревочку. Все логично. В принципе, на... Опять же, так повторюсь, на интуитивном, на тактильном уровне все понятно. Немножечко только... Нет, на тактильном управлении непонятно. Не то, что непонятно, а может... Просто... Ух, елки-палки. Не свалиться бы так. Опа, запрыгнули, отлично. Так, опять меня смс-ит всякой херней. Ладно, извиняйте. О, эти зайчишки какие-то там прыгают. Брутальные зайчишки. Я не знаю, почему я сказанул, что они брутальные. Потому что мне сразу вспоминаются... Вы знаете, какой-то мужик там на крыше. Какой-то мультик, я вспоминается, смотрел, там такие зайцы, тоже вот к ним подошли эти самые. Они такие зубастые оказались. Здорово. За ушню, смотрите, поймал. Здорово, мелкий. Ладно, не пищит так прям жалобно, господи, это я... Давай, 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 смотрите, как прикольно их подталкивать, а этого если схватить. Смотрите, как интересно. Вообще потрясающе просто. Я в шоке просто. Смотри, как это мило, как это интересно. Ой. Я. Хоть одно приятное какое-то впечатление. Мужик. Давайте к нему попробуем забраться, смотрите. Здорово. Ты чё? А, он подметает, а мы все портим, что ли? Сейчас вилами тебя пырнет еще. Идите туда, сюда. Ну, тут дорога-то одна. Ну, просто прикольно у них спрашивать, подходить. Интересно. Я тащусь. О, хотел, да, к попугайчику подойти. К птичке, вернее, или к попугайчику, кто это? Фига ты выпустил, ты вот баран. Она вернется? Зачем ты выпустил ее, дурачок? Да, действительно. Непонятно. Ладно, давайте посидим на скамеечке. Потрясающий вид какой открывается. Кстати, осень. Я так люблю, ребятки, осень. Я уже много раз об этом говорил. Ладно, поехали дальше. Сейчас уже надо заворачиваться, я уже долго играю так. Так.
Смотрите, как интересно. Так, вот сейчас, братан, опа. Он просто потяжелее. Я думал, он сейчас встанет и... А второму-то как перебираться? Он должен, наверное... А, наверное, может встать с овцой. Я потухаю! Смотрите, что творится. Так, ну что-то он... А, я понял, все. Надо овцу сюда сейчас положить. Она будет ходить. Как он ее еле несет. Давай. О, да, все логично. Потрясающе просто вообще, ребятки, я в шоке. Я уже 10 тысяч раз, наверное, это сказал. Я надеюсь, вас не раздражает мое немногословие, вернее, бедность речи, потому что я сейчас пребываю просто в культурном шоке. И очень голова у меня побаливает от работы. Так что уж извиняйте. Обалдеть. Так. Ух ты, ух ты, ух ты. Смотрите, как красиво. И вот так вот вся игра из подобных видов будет. Если я... А, это... Мы же здесь были уже. Шавка вон эта тут бегает. Тупая дворняга. Да как-то даже не хочется плохих слов скверно говорить в этой игре. Вы меня извините тоже, ребятки. Просто как-то я не знаю. О, ты кто такой? Оказывается, смотрите, еще сказочные существа всякие есть. Какой-то тролль. Или огр. Обалдеть. Забавный такой. Ухан такой, смотрите, носастый. Что у тебя случилось, дружище? Стоямба. Что у тебя за печаль-то? Ну что-то он, я смотрю, не особо-то на нас даже нападает. Грибы растут на нем, смотрите. Чувак, я давно не мылся, да? Да, я. Это что, у них кровать? Смотрите. А если мы на эти кровати заберемся? А к нему можем, может, на спину как-то добраться? Поиздеваться над ним можно как-нибудь? Тук-тук. Прикольно. Так, ну на кровати. На кровати не стоп. Может как-то сюда на эту можно. Все. Может, в дверь может постучаться? Может какие-то там. Троллиха какая-нибудь. А, он, видите, он, походу, в печали от троллихи от своей. Так, ну я вообще думаю, ребятки, надо закончить на этом первую серию. Отправимся в путешествие дальше мы очень скоро. Я надеюсь, успею сегодня еще поиграть, выложить. И надеюсь, что вам понравилось. Мне очень прям приглянулась эта игрушечка такая, она незатейливая, но при этом при всем очень и очень красивая, впечатляющая и интересная. Что самое интересное, она интересная. Простите за тавтологию. Увидим в следующей серии. Я на этом с вами прощаюсь. С вами был Фолиот. Всем большое пока.